Итак, привет всем зрителям канала Game Adventures и подписчикам тоже. С вами Илья Слейт, и это продолжение проходить капелы. Вы сейчас смотрите в 1080p, решил сделать вам подарок, так как у меня полетел жесткий диск. Точнее, ну, в смысле, я его нечаянно форматнул, у меня 900 гигов свободно, я решил записать Full HD. Плюс я не помню, что происходило в последнее время, потому что прошли сутки. Точнее, я примерно припоминаю. Вот. Да. Так, значит, мы все еще пытаемся спасти какого-то чела, по-моему. На нас это фигня. Поэтому надо бояться всех противников. Что написано? You have married into the heart. Ну, короче, это непонятное написано. Мне кажется, тиховато надо делать погромче. Потому что гребаный Булкин сидит и слушает меня в данный момент, поэтому запись становится тихой. Делаем вот так. Чё? Так. Ну и чё с ним? Что тут написано? Чё написано? Переведи мне. Я слышу тебя где-то. Нам его убить надо или что нам с ним надо сделать? Растяжка. Давайте. Ай-яй-яй! Тихо-тихо! Чувак, ты чё? Я хочу напороть его на растяжку просто. Я не успеваю. Пробеги по растяжке, ну. Давай. Отлично. Тут уже нет. Поставить. Да не обезвредить, поставить. Так, отлично. Она еще стоит. Ну, где он? Ну, давай, наступи на растяжку. Че ты стоишь-то? О, издеваешься, тут есть? А, там обрезали растяжки. Можно взять кирпич. Блин. А, понятно, он еще круто бьет. И плюс я потерял свой кирпич. И плюс. И сейчас сам нечаянно на растяжку наступлю. Эть. Отлично. Эть. Это типа босс, я так понял. А, теперь у меня нету. Так, отлично. У меня нету ни хрена. Для растяжки инструментов, поэтому. Так как трубу я только что почему-то потерял. Будем фигачить его кирпичом. Довольно забавно выглядит. Ах, фак! Блин! Это не я напоролся, это меня толкнул на нее, если что. Да, хреновенько. А, и теперь... О, отлично, блин, все заново. Зашибись. Пипец, блин. Могли бы сделать сейфпоинт после этого газа. Смысл его обходить. Хотя, в принципе, можно один раз успеть, да? 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 Ай, черт, задел. Ну, пофиг. Так. Что-то как-то... Я не очень понимаю, как правильно проходить. Можно, конечно, напаривать его на... Кирпич я брать не буду. Я его сейчас буду пытаться трубой, пока я ее не сломаю. Вот что он сейчас у меня... Иди на меня. Меня иди. Меня иди. Меня иди. Тут я. А, блин, я, кажется, понял, зачем здесь кирпичи. Надо кирпичами привлекать внимание, чтобы он шел на тебя. А так надо, типа, подкрадываться и красться. Вот, видите, опять встал. Тут я. Я тут. Отлично. Сейчас он, типа, начинает ничего не слышать. Я тут. Вот так тебе. Хватит мне? Отлично, еще раз можно. Где он-то? Че он там стоит? Куда он еще делся? А, блядь, ёп-яй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 . Сюда растяжку, красавчик. Отлично. Кирпич возьму на всякий случай. Так. Ловушка установить. Все, не хватает, да? Все, ловушки кончились. Будем сейчас его теперь кирпичами херачить. Ты, черт, как ты мог промахнуться-то, а? Хе-хе-хе. Блин, все-таки забавно. На. Господи. Все, мы его положили. Обыскать. У него есть вентиль и шестеренки. Вентиль нужно открыть, я так видел. Здесь вот он был. Окей.
Фак. Всегда, короче. Подождите, а смысл? Вот это жесть. Хотя нет. Вроде ничего сложного. Хотя. Не люблю головоломки. Я не пойму, как бы, смысл работы. То есть нужно соединить, получается, две этих хрени. Так получается. И ничего. Ну вот же, нормально все соединилось. Че, нет, что ли? А, нет, потому что... Нет, ну... У внешней фигни по-любому вот так, потому что они должны соединяться. А вот здесь уже... Вот, и почти уже. Вот, блин. Так, ладно, я, короче, посижу, подрочу эту фигню, и чтобы вам не было скучно смотреть, и вернусь. Да. Так, ребятки, ну что, я разгадал этот квест. Причем самое интересное, что я говорю: Булкин, помогай. И когда он начал смотреть на экран в скайпе, я случайно, абсолютно рандомно сам подобрал. Но это не важно на самом деле, потому что мы продолжаем. У нас кассета, да? Ключ от двери печного зала. Нашибись. 2:30. Тут Асанти запоролся, не мы сейчас скажем. Ну где-то тут. Я не помню, что-то надо делать, потом что-то надо делать. Ну тут Булкин висит, но... Булку заткнись. Чего какие-то? Интересно, я туда иду? Судя по всему, нет. Да, точно нет. Мы карту даже не юзали. Да я тоже не узнал совсем недавно. Все, заткнись, тебя тут нет. Вот. А. Издеваешься? Ага. Ну я уж все равно все запорол, но это не важно. Пробираемся сквозь тернии к звездам, у меня как время врет. Но это не важно. Чего врет? А, товарищ Булкин совершенно случайно оборвался, и у нас теперь нормальный звук, кстати. А мы тем временем бежим отсюда нафиг. Надеюсь, я правильно бегу, потому что если нет, то переигрывать это не очень хочется. Нет, все правильно. О, очередной ролик. А что не на игровом движке? Мой комп не потянет? Да, не потянет, конечно. Я сделал звук потише, потому что скайп починился и стал очень громко. Пусть будет вот так. Почему-то не работает кнопка вернуться. Красивый взрыв, все завалило, да. Про меня. Может что-то обыскать. О, да тут даже растяжка была. Интересно. Интересно. Ладно. Здесь мы с вами в кислоте искали ключ, насколько вы помните. Нам теперь... Короче, не знаю, куда нам.
Ну, логично, что сюда. А вот сюда мы разве не ходили, кстати? Точно. Мы сюда искали, сюда ключ, теперь мы его нашли. Отлично. Ох, теперь нужно найти печной зал и спасти. Спасти Форстера какого-то. Шприц. Шприц нам пригодится, труба у нас есть полная, поэтому... Можно особо не переживать по поводу этого. Это ручку швабры не возьмем, архив мы не читаем. Зря, наверное, сюда пошел, да? Что-то мне подсказывает, что зря. Ну, да я... Я оказываюсь прав! Действительно, здесь ничего нет, но... Можно обыскать, тем не менее. О, видите, там все, в любом что-нибудь есть. Так, как там их переворачивать, я забыл. На X. Угу. Так. Поехали. Пам. 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 Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. И костыль. Издевайтесь, давайте возьмем костырь, чему зря ходили, что ли. А он, кстати, судя по хп, поживучий будет, чем труба. Как-то не очень реалистично, мне кажется, металлическая труба покруче, чем какой-то деревянный костырь. Но, тем не менее, ладно. О, его тут лежит точно такой же. Бред какой-то. Трупу не повезло. У него такая же фигня, как у нас, кстати, на голове. Ой, фу, я вообще вышел. Ладно, извините. Запутался немножко. Так, ладно. Ух. Ух. Атмосферка, блин. Там кто-то с нами пришел. Судя по звуку. Не просто пришел, он уже здесь. Гад такой. А, блин. Чувак, поверь, ты им еще скажешь мне спасибо. Потому что... Что это такое? Какой таймер. А. Ну да, это у него на голове таймер. Поверь, чувак. Я сделал тебе лучше, потому что ты был без сознания, когда это произошло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стекло. Стекло. Черт. Его тут даже не видно особо. Так, тут у нас что? Вот, здесь растяжка можно поставить. Где? Я чуть не понял. Где растяжка, где растяжка? А, здесь. Давайте, наверное, поставим. Ай, ладно, не будем ставить, еще вернусь, потом не замечу. Труба. Да не нужна мне труба, мне костыль. Жестоко. А где... Цель. У меня почему-то цель не нарисована на карте, как я понимаю. То есть... Я надеюсь, я правильно двигаюсь. Там, судя по всему, на лестницу в конце. Достали стекла! Потратил столько же хп опять. Боже, зачем вы это делаете? Я не хотел никого трогать, просто... Я был в баре, нужно было ехать домой. Он торчал посреди улицы, выскочил прямо под колеса. Я не хотел его сбивать! Вы подставили невиновного. Это был никчемный алкаш, он постоянно нарушал. Я всем оказал услугу. Да свершится правосудие. О, Господи, помогите! Не понимаю, что он с ним делает. Он его то ли растягивает, то ли просто ничего не делает, ждет, пока я приду. Камера. A picture. Картинка вместо тысячи слов. Точнее, лучше. Стоп, что? А. Не, это, конечно, круто, но... Это круче, чем зажигалка, но... Но, блин. Это и пугающе намного. Узнай истину. Блин, прикинь, реально страшно. Вот так вот полная темнота и раз. Там головы какие-то. Пиздец. Теперь будут постоянные вспышки. Но все равно это лучше, чем зажигалка, потому что видно прям, ну, вдаль практически до конца. Нам сюда не надо, но...
push and pull your way forward. Типа, давай-давай, херач. Делай, работай. Почему, кстати, игра не лагает, а в стекле в отражении лаги почему-то. Интересно. Как будто в отражении FPS меньше, чем здесь. Ничего нет здесь. Нам сюда, да? Кажется, да. Да. Тут сейчас будет выход на лестницу. Нам. Нам. А нам. Как? Что за... Я нажимаю, а, и ничего не происходит. Что за баг? Нам нужно вот вперед. Чего нету? Тут то же самое? О, эту я могу толкать. О, кстати, да, мы закрыли себе. Отлично. Ну, никто не страшен. А, она не может двигаться, потому что это мешается. Да, теперь можно эту подвинуть. Давай. Все, теперь мы закрыли себе там вход. Тут никто не пройдет. Открыли это себе. Теперь мы здесь одни. Слышите, да, кто-то ходит? Шаги причем по дереву. Контрольная точка. Я посмотрел, сколько мы записали. Нам еще половину примерно. И от этого неспокойнее, потому что мне очень хочется играть. Начинает нагнетаться атмосферка, и я начинаю бояться. Мне это ни хрена не нравится. Можно поставить растяжку. И сделаем. О! Чувак, здорово. Ты к нам, да? За нами. Говорю, не приближайся. Черт. Минуту 20. Я должен их всех положить. Вы издеваетесь? Что за херня? Удар не сработал. Я извиняюсь за перескоки во время видео. Просто у меня тут непредвиденные обстоятельства, тут приходится туда-сюда бегать, поэтому, наверное, мы серия будет немножко короче. Вот, но тем не менее, как я понял, надо вынести этих чуваков и найти у них какую-то хрень. Ну, что, позвоночник что-то вставлен? Фак. Вытащите меня отсюда! Я извиняюсь, если серия будет немножко скучноватая, она какая-то получается, потому что не особо есть настроение записывать, но тем не менее... Как бы надо. Надо. Ты молотова? Хрена. Это китайская коктейль молотова. Что-то я немножко заблудился. Заблудился я. Надо открыть как бы ту камеру. Выпустить того чувака и убить его. О, может тут... Вот мне бинт нужен. Вот когда нужен бинт, его нет. Когда он не нужен, их до хера. Просто до хера. Ну, ладно. Перед засов. Куда он меня откроет? Мне туда не надо. А, кстати, по-моему, время идет. Если я не ошибаюсь. И оно, кажется, вышло. А! Сесть! Дайте этот чертов ключ! Ой, так ты куда ты молотов кидаешь, тупой? Сок, он за ним куда? Мне жопа, кажется. Хотя нет. Отличная боевая система. Сейчас вы видите новую систему, нового поколения боевую. Мы видели на своих экранах. Господи. Все, ключ от печного зала. Мы достали его. Теперь можно хильнуться. Ну и давайте, наверное, дойдем до этого печного зала. Я, наверное, прекращу запись, к моему сожалению. Потому что мне нужно дальше делать всякую хрень. Но мы еще с вами продолжим. Вы не думайте, что если эта серия маленькая, то остальная выйдет не скоро. Ой, я не ту сторону. Вот, неужели было сложно сделать... Вот вообще стекло. Неужели было сложно сделать указатель, как бы, куда я иду? Просто вот элементарный. Хотя бы стрелочку на этой звездочке, чтобы понять, куда я направляюсь. Нам сюда, да? Да. Арабам! Ага. Ничего нету.
Ничего нету. А, ну вот, давайте его как раз спасем. Ебать. Давайте его спасем и на этом закончим эту серию. Я ебал. О боже, хватит, умоляю! Здравствуйте, Дженнингс. Напившись, вы насмерть сбили машиной бездомного. Будучи криминалистом, вы точно знали, что нужно скрыть. Но скрыть вину в душе вы не смогли, не так ли? Вы даже отправили невинного человека за решетку вместо вас, лишь бы сохранить свою идеальную жизнь. Но вина все равно довезла вас, разъедала вас изнутри. Если офицер, которого вы втянули в преступление, не остановит лезвие, мы увидим... Черт, нет! Вас. Нет! Я завалю это! Я ненавижу шестеренки. Я туплю на них. Фак, ну я же... Я не... Фак. Не торопи меня, мне не получается эта херня никогда. Да чё я нажал? Я нечаянно нажал выход. Ну вы поняли, да? Как их убрать иксом? Я нечаянно вы нажал. Быстрее, твою мать! Заткнись, пидор! Так, не понимаю ни хера у тебя шестеренок. Что случилось? Хоть одну сделаю, интересно. Ну да, все, чувак, тебе пипец. Сейчас. Пайша, скорее! Отлично. Одну сделал. Не факт, что получится другие. Быстрее, твою мать! Ой, было глупо. Было глупо. Скорее! Надо как-то подцепить. Ладно. Да не. Так она не засыпет. Быстрее! Я чуть не пойму, как здесь. Она как бы не достанет в любом. Я извиняюсь за звуки, как всегда, контакта. Просто реально уже. А, черт. Черт, черт, черт. Вытащите меня отсюда! Да вытащим у тебя. А, вот, так. Не цепляй. Чё, не пойму. Чувак, походу тебе... Больше, скорее! Походу тебе жопа настала, чувак. Ну, с великим сожалением. Во! И нахера это сделать? Интересный вопрос. Ну все, чувак, прости. Прошу, я реально что-то не шарю, как тут шестеренки поставить. Тут огромный промежуток между ними. Все, чувак. Ну чё ты меня торопишь? Вот тут чё вообще сложнее? А! Понятно. Надо по очереди еще проходить. Ну реально не цепляет. Ну хоть куда ставь, ну. Ладно, давайте две вот эти уберем, поставим большую. Наконец-то! Зацепила. 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 Нет! Сука. Сука. Так, есть! Фух. А чё так мало опустить? Чё? Должен был до верха поднять, слышь? Ну, всё, короче, давайте точно жопу, чувак. Вариантов тут уже не остается. А, нет, она сам вверх поднялась. Фух, чувак, я, правда, делаю все, что могу, но эта фигня с шестеренками меня реально бесит. Я извиняюсь, конечно, за мою тупость, наглость и... Ну я реально не шарю в этой херне, не вижу головоломки. Быстрее, твою мать! Торопи меня, блядь, как тебе говорить-то легко. Быстрее! Вообще ничего не цепляет. Это вообще нормально, нет? Смотрите, куда бы я ее не поставил, то есть она большую не хочет цеплять. Быстрее! Ни большую, ни маленькую, вообще никакую. Ладно, значит... Твою мать! Больше скорее! Не торопите, ты тупой, блядь.
молния. Сау, стресс. Быстрее, твою мать! Не беси меня. Ну вот, ну. Прошу, быстрее! Ну вот, осталось, ну. Ты чё, ну? Сука. Уел. Блять. Ну чё, ну? Ну как тут, ну? Больше, скорее! Ну тут. Ну ё. Прости, чувак. Я проебал. А, заново начинается? Ну ладно, давайте тогда закончим эту серию. В следующей серии я постараюсь пройти этот момент и начнем уже с того момента, когда я его спас. Поэтому не забудьте подписаться на канал, поставьте палец вверх, если не жалко. Если не нравится, поставьте палец вниз, тоже не жалко. Извините за то, что серия получилась такая, вначале немножко скучноватая, а потом немножко сумбурная и так далее, но решил сегодня записать хотя бы, потому что ну, надо как бы. Вот. Ну и я думаю, все сказал. Жить следующих серий. Спасибо за просмотр и всем удачи.